Можем? Можем? Да? 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 Ну что, сейчас у нас закончится очень необычный день рождения маленького Стасика, который вырос аж на целый год. И вот его мама сейчас нам ответит на наши вопросы. Так, скажите, пожалуйста, ваши впечатления о празднике и ваши впечатления в целом. Нам очень понравился праздник, особенно яркий костюм, интересные конкурсы, все было великолепно. Главное, что понравилось детям. Спасибо. А что понравилось больше всего? Больше всего понравились конкурсы. Очень веселые. И очень веселый клоун был в очень хорошем настроении. Он так хорошо вел. Это удивительно. На улице дождь. Просто проливной. Вот такой вот. Спасибо большое. А вы рассчитывали именно на такой результат, скажи? Конечно, мы только на такой рассчитывали, потому что как может быть клоун грустный? Хорошо. А, пожалуйста, оцените работу аниматора по 10-бальной шкале. Ну, конечно, 10. Даже 10 с плюсом. Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, можно ли мы это интервью? Ну, там это самое, там в своих целях маркетинга. Ну, конечно, да? Если хочется, то можно. Спасибо большое. Ну что, всем пока! Следите за нашими обновлениями!